Рядом с клиникой к воскресенью будет установлен остановочный павильон. Чтобы не мешать движению автобусов и спецмашин на улице Самшитова, изменена схема движения транспорта. Парковаться вдоль трассы на разворотной площадке теперь запрещено. Маршрут делает 10 рейсов в одну и в другую сторону, то есть это там 20 рейсов. Вот, маршрут городской, соответственно, позволяет людям и приехать туда с проездными билетами бесплатно. Тоже это немаловажно для жителей города, пенсионеров, так, вот, для этой категории. Ну и сейчас наша основная задача – это, как скажем, проконтролировать соблюдение правил дорожного движения всеми участниками. И сегодня важно, чтобы управление транспорта совместно с нашим ГИБДД города, с полком ДПС приняло все меры к тому, чтобы людей заставить выполнять правила дорожного движения. Парковаться там, где есть возможность, то есть на платных парковках, разворотная площадка тоже есть, высадка тоже есть. То есть, по большому счету, все сделано для того, чтобы нормально осуществлять пассажирские перевозки и нормально обеспечить работу нашей больницы. Для удобства горожан рядом с больницей оборудовали две парковки. На бесплатной можно оставлять машину только на 15 минут. Другая стоянка для длительного размещения частных машин. Кстати, стоимость парковки с учетом близости к социально значимому объекту должна быть минимальной. Такое поручение дал глава города начальнику управления транспорта и связи администрации Сочи. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.